Все свое ношу с собой в моем няшном рюкзачке, новеньком. Вот таком. Кто видел видео, лайкосик. Ну и, конечно же, со мной кое-что новенькое. Заметили? Лол. Что ж. Всем привет, ребят, с вами Анна Голд и Кексик. Ой, что это у тебя? Новиночку я вижу, лол. Конечно. Откуда она у тебя? Это секретик, который позже чуть-чуть раскроется. Ну ладно. Что ж, давайте я вам ее поближе покажу. Сначала расскажу про упаковочку. Здесь у нас изображена куколка Лол. Это у нас новая серия, как вы знаете, конфетти поп. Вот написано по-английски. Здесь у нас не просто Лол Сюрприз, как обычно, а Лол Классик. То есть Лол классический, но там кое-что и от меня добавлено. 35 всего, ну, этих куколок. Здесь у нас уже как раз-таки эти конфетти кругленькие, а у нас объемный. И здесь у нас тоже конфетишечки. Здесь у нас 10 сюрпризиков. Первая подсказка, вторая, что умеет делать наша куколка. Третье, ботиночки любые могут попасться, одежка, бутылочка, там аксессуар. И здесь у нас, кстати, кое-что новенькое. Здесь два новеньких. Вот это вот. Это у нас как бы колечко какое-то красивенькое. Я не сильно в этом разбираюсь пока что, но это какой-то аксессуар на пальчики. Посмотрим, попадется ли нам какой-нибудь красивенький аксессуарчик. И здесь у нас поп, то есть такой взрыв будет красивенький. Из конфетишек, кстати. Здесь у нас вот такая вот куколка. Из этого все получилось. Здесь она у нас или меняет цвет, ну, плюс меняет цвет, и что-то еще. Вот. Очень интересно, какая у нас попадется куколка. Очень-очень интересно. Это же новиночка. Опять новиночка. И еще круче. Да. Что ж, ребята, давайте распаковывать этот классный новенький Лол. Мне уже не терпится. Ну, давай. Так, я его, наверное, опять открою сверху, чтобы было видно, как падают эти конфетишечки. Так, сейчас я попробую. Минуточку. Раз, два, три и... Ух ты! Тут еще что-то. Вот она у нас пустая. И вы видите, сколько здесь всего, ребят, смотрите. Такие у нас конфетишечки. Я тоже немножко в конфетти. Ну да, я тоже немного попала. Видно? На, еще. Ну вот. Ладно. Сколько здесь у нас конфетишек. Классно. Здесь у нас еще какой-то сюрприз-пакетик видно, который не уместился, видно, в эти слои. Интересно, что там будет. Так классно, что ложат еще конфетишечки. Обожаю их просто. В общем, вот у нас слои наши. Хотите, считайте. Хотите, не считайте. Ну да, как хотите, ребят. Так, вот. Открываем первый слой. Ой, вот первый слой, ребят. У нас двусторонний, вот. Так что, когда у нас здесь закончится, мы перейдем сюда. Тут у нас уже цифра 1. Что ж, ладно. Здесь у нас куча красных звездочек. Вот, куча. Здесь у нас первый слой написано. И здесь стрелочка оранжевым цветом. Что ж, открываем. Так, открываем. Ну, естественно, идеально, потому что это у нас новиночка. Как же... Молния не откроется идеально. Тут тоже все хорошо открылось. Ой, следующий слой пока что нам не нужно. Ой, я рву следующий слой. Вот. Есть у нас подсказочка. Вы видели когда-нибудь такую классную подсказочку, ребята? Если да, напишите. Потому что это мы придумали. Да, это мы придумали. И наш самодельный Лол. Все самодельное. Здесь у нас черно-белый бантик плюс
панда няшная, которая спит. Здесь у нас еще, как сказать, черно-серенький по бокам. Вот. Что ж, смотрим дальше. Как вы думаете, ребят, кто это из Лол? Ну, я думаю, некоторые догадались по бантику. Ну, смотрим дальше. Здесь у нас уже вываливается. Не хочет ждать. Тоже нормально так открылся. И здесь у нас... Вот, я пока открою. Первое... Ну, второе уже, что нам попалось во втором слою. Вот. Что умеет делать наша куколка? Вот. Ну, вы знаете, впрочем, но я все же опять скажу для новичков. Менять цвет, допустим, или же плеваться, писаться, или же плакать. Вот, ребят. Ну, вы знаете. Украшение. Ну да, украшение на пальчик. Кто помнит, он у нас... Не помню, конечно, каким слоем должен быть, но здесь у нас мы можем открепить вот так вот. Здесь у нас на специальном скотче все. Я сейчас его вот так вот одену. Таким вот способом. Та-дам! Кому нравится мое колечко из Лол? Какое прикольное! Положили бы и мне миниатюрочку. Классно было бы. Да. Но если хочешь, я тебе потом сделаю. Такая панька. Пандочка. Ладно. Третий слой. Что ж, рвем. А хотя, стоп. Нет, это у нас последний слой, третий. Так что мы переворачиваем. Я запуталась немного в своих слоях. Ладно. Ой, оторвался замочек. Ну ладно. Ничего страшного. Сейчас мы его тут... Вот. Идеально все открывается. Обожаю такие замочки. Кто тоже любит такие замочки, лайкосик с пандочкой. Здесь у нас сюрприз-пакетик. Наш первый сюрприз-пакетик. Ого. Тут целых три, ребят, сюрприза-пакетика. И они у нас розовенькие, как и в оригиналочке. Только здесь они у нас немного просвечивают. Да, так что здесь немного видно. Давай сейчас откроем, наверное, самый-самый маленький. Он такой мелкий. Открываем. Вообще не знаю, что здесь. Надпись Лол у нас тут. Так, надпись Лол, наверное, убрать надо. Хотя вряд ли она уберется. Ой. Порвался пакетик, ну ладно. Рвем, значит, дальше. Здесь у нас попалась бутылочка. Бутылочку я придумала сама. Это не как из новых Лолпоп. Вот такая бутылочка. Вот здесь у нас белые точечки. Классная бутылочка. В точечку. Почти что как Леди Баг. Почти. Ну да, прикольно. Это у нас уже третье. Ну, то, что нам попалось. Смотрим еще один маленький пакетик. Он чуть больше. Такой он прикольный, блестит. Ой, у меня все опять на заднем плане. Вот, блестит. Смотрим, что внутри. Потом я это все в конце видео покажу, как это все смотрится вблизи. Так что не пропустите. Дождитесь концовки. И тут у нас прилетела пандочка. Это у нас девочка. Здесь видно немного бантик. Вот. Вот здесь вот он. Кто не видит? Переливается бантик. Вот такой вот прикольный. Это, наверное, мягкая игрушечка будет. Я люблю панд. А вы, ребята, любите? И напишите в комментариях, какое ваше любимое животное. Интересно же. Это точно. Вот. У нас здесь все черно-белое, ребят. Это суперская подсказочка. Даже кольцо мое такое же. Только здесь у нас немного розовенький есть и лиловенький. И смотрим самое большое. Вы, наверное, знаете, ребят, что это, потому что немного видно. Кто догадался, отгадочку пишем быстрее. Ой, наверное, тут не получится открыть, я открою тут. Да, тут получше откроется. И... Ой. У нас здесь два пакетика. Вот. Это у нас спальный мешочек такой попался. И мы сюда можем даже засунуть нашу куколку чуть позже.
Здесь у нас подушечка такая, объем нарисован. Здесь внутри у нас лиловенькая и светло-розовая подушечка. И, естественно, сам замочек. Здесь у нас черно-белый он. Такой зт. Прям как лол. Оформляет прям как лол? Да, прям как лол. Хочешь поспать? Я туда не влезу, увы. Ну да, ты не влезешь. Ладно, смотрим дальше. Хотел сказать, но нет. У нас здесь закончилось, ребят. Это у нас третий слой. И там у нас больше ничего нету. Вот, ничего нету. Что ж, смотрим последнее на сегодня пакетик. Он у нас желтого цвета. И здесь какой-то узор черного цвета. Странно, что пакетик не серый или же не черный, или же вообще не белый. Ну да, решили сделать так. Так, наверное, здесь нам открыть надо. Здесь у нас конфетти нас встречают. По-радостному так. И здесь у нас будет как раз наша кукляшечка. Она у нас, увы, не уместилась в наш слой, потому что она на самом деле, ребят, очень большая. И, кстати, напишите в комментариях, вот я сейчас открою, и вы напишите в комментариях, хотели бы вы, ну, из этой же серии, так скажем, еще куколок, или же хотите вы малышечки, лол-поп, или как их там, я не знаю. Вот, напишите, если вы хотите такое видео. Вот. И я ее сделаю для вас, ребята. Ой, что-то мне вообще не хочет открываться этот пакетик. Вот. У нас он тоже двойной, потому что очень большая кукла, ребят. Ой, здесь у нас, ребята, пакетик. У нас сегодня все пакетики порвались. И, ребята, смотрите, какая нас ожидает красотка. Да, ребята, я это рисовала сама, сразу скажу. Очень она мне нравится. Она мне так сильно понравилась, что я решила сделать к ней все при все. Ну и проверим чуть позже это. Здесь у нас такая у нее необычная прическа, и из-за этого она мне тоже понравилась, и из-за ее масочки. Она потому что в виде панды. Очень няшно. И она у нас из серии... Ой, из серии... Ну да, из коллекции, из серии «Пижамная вечеринка». У нее здесь тапочки, зайчики. Почему-то здесь зайчики, а здесь панда. Как-то, не знаю, она любит и зайчиков, и панду, не знаю. Но то, что она любит черный и белый цвет, это уже понятно. Что ж, проверяем. И, кстати, напишите в комментариях, понравилось ли вам, ну, что здесь нам попалось, или же вам понравилась больше всего кукла. Обязательно напишите, нам это очень важно. Смотрите, она может полностью спрятаться, типа она боится или стесняется. Ого, и там, наверное, тепло. Да, очень уютно. Или же можно сделать вот так вот. Эй, ребята, у нас пижамная вечеринка, заходите к нам, будем тусить. Вот такая она няшная. И она прям почти что, даже не почти, а с мою руку, вот, с моей ладонь. И это, наверное, ее мягкая игрушка. Ну, я так решила, это ее мягкая игрушка. Вот. Ее самая любимая мягкая игрушка, она с ней спит. И вот, впрочем, что у нас сегодня попалось. И... Бутылочка. Ой, вкусняшка. И вот. Вот, впрочем, что нам попалось. И сейчас я вам покажу все это сблизи. Ну, то есть поближе и крупнее, чтобы вы могли все разглядеть. Что ж, секундочку. Сначала покажу вам опять-таки обложечку. Кому интересно, можете смотреть. Вот, ребят, смотрите. Все это у нас обведено черной ручкой. Обожаю, ребят, черные ручки. Обводить и рисовать комиксы. Просто шедевр. Вот кукла, классная. И мне бы хотелось, чтобы она нам тоже попалась. Тоже милая. И мне, кстати, нравятся ее очки. Но здесь я их не нарисовала, потому что на обложке их нету. Вот. Конфетти поп. Ну и здесь конфетишечки, конфетки. Переворачиваем.
Минуточку. Вот, 9 сюрпризиков. Ну, и, ребят, я потом вам я кое-что скажу про эти 9 сюрпризиков. Вот, подсказка там, все такое. Бутылка классная вообще. Но браслетики, вот это вот очень классно придумали. И мне очень сильно нравится эта пандочка. Можете даже ее посмотреть. Она блестит немного. Скотч помог. И, конечно же, поп. Здесь у нас знак вопросика. Ну и вот, просим наша кукла. Что ж, ребят, что я хотела сказать про вот эти вот как раз-таки 9 сюрпризов, которые нам здесь говорится. Почему же здесь у меня не 9 сюрпризов? На самом деле здесь не 9, кто считал. Но сейчас я расскажу вам, почему не 9. Потому что так-то куклы идут как куклы, а не сразу с одеждой. Это я нарисовала сразу с одеждой. Понятное дело. Что ж, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, ребят, это тоже считается. А, даже 10. У меня, ребят, даже получилось даже 10. Так что вот, ребят. Кто хочет еще лол из серии конфетти поп, ставьте лайкосик и обязательно напишите, чтобы мы об этом знали, что вы хотите еще такой же лол. Да, обязательно напишите. Что ж, или же вы хотите малышечек, ну, новеньких малышечек. Если так, то пишите «хочу малышечку». Ну, или нет, лучше не так. Лучше «хотим видео с малышечкой» или «распаковку». Да, так будет лучше. Ну, Кексик, тебе к себе вопрос. Слушаю. Тебе что здесь больше всего понравилось? Мне понравилась очень сильно упаковочка. Упаковочка, ладно, мне она тоже сильно понравилась. А еще... Еще мне очень сильно понравилась эта кукла. Обожаю этот цвет. Она такая няшка. Да, она, ребят, няшка. И жалко, что не положили и мне такой же браслет. Я тебе его дам. Хочешь? Ладно. Что ж, ребят, с вами был я, Кексик. И Анна Гол, ребят. Всем пока. Пока, ребят. Ждите новых классных видео. Пока.